Страшная авария со взрывом произошла в ночь на воскресенье в губернской столице. По предварительной версии полиции, 29-летний житель Самары, управлявший «Шевроле Круз», двигался по улице Авроры в сторону Московского шоссе. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладо Приора» с 30-летним уроженцем Республики Азербайджан за рулем. При столкновении машины иномарку отбросило в сторону, а «Ладо Приора» взорвалась. Водители и 31-летний пассажир вазовской легковушки от полученных травм скончались. Водитель иномарки был ранен и госпитализирован. По факту происшедшего полиция проводит проверку.